Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Осмоловская умерла от коронавируса. Об этом в своем Facebook сообщила ее коллега, ведущая детской программы Татьяна Черняева. 7 лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. «Светлая память светлому человеку», — написала Черняева. По ее словам, причиной смерти артистки стал коронавирус. Телеведущая уточнила, что она не прививалась, ей был 41 год. Кристина родилась 21 мая 1980 года. В 2012 году на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» артистка выступала вместе с актером Маратом Башаровым, пара заняла 3-е место. Осмоловская также снималась в сериале «Моя прекрасная няня».